Александр, какая по счету тренировка была за последние два месяца, так скажем? Слушай, да не знаю. Уже потихонечку я начал заниматься. Потихонечку начинаю. Так, в легкую. Только в легкую. Да, в легкую начинаю потихоньку. Набирать обороты будете? Стараюсь, да. Я думаю, да. Потихоньку буду набирать. Буду выступать, не буду. Наверное, нет. Хотя хрен, да, всякое может быть. Не знаю. Что это могло бы означать? Ну, всякое может быть. Мы-то... Вот, знаешь, как попрет. Если попрет, то я думаю, а что нет. Если не... желания, то еще что-то не будет, то не будет, конечно. Ну, сколько плюс-минус вам нужно времени для того, чтобы понять, определиться? Я сейчас лечение прохожу, вот я пройду сейчас лечение, наверное, месяца два, я думаю, за два месяца я все решу, все пойму, что к чему. Вот вы сегодня пытались пробить в корпус мужчине, почему не стали вкладываться в эти удары? Да я этого не люблю, если честно. Я не люблю это. А там пресс сильный был. У него, ну, наверное, сильный. Я, честно, не знаю, я же не бил. Я так легко попробовал. Наверное, сильный. Информация для тех, кто делает ставки на спорт. Букмекерская компания «Пари» увеличила бонус новым клиентам до 5000 рублей. Его можно получить по промокоду SE при первом депозите в 2500 рублей. Ты сможешь ставить на любое событие в ММА в лучшем приложении к спорту. К тому же «Пари» дает широкую и интересную линию на каждый бой. Ссылка в закрепленном комментарии. Удачи! Мы относительно недавно общались с Федором Емельяненко, и он обмолвился, что в принципе готов выступить по правилам бокса. И в том числе против Роя Джонса. Слушай, ну что я могу сказать? Ну, пусть выступит, что. Пусть выступит. Конечно, будем за Федю болеть. Хоть Роя я хорошо знаю тоже. Но все равно наш русский. Как? Как бы сложился этот бой, ну, учитывая стиль ведения боя Федора? Блин, честно, не знаю. Не буду ничего предполагать даже. Потому что в жизни все может быть. Тогда же, какой Федор в какой форме Рой Джонс? Я же не знаю, что Рой Джонс. Опять же, я его давно не видел. Во-вторых, я считаю, что его слегка, когда начали водить, его немножко перекалечили, мне кажется. Так что, не знаю. Просто, как бы, вы сами понимаете, у Федора специфический стиль ведения боя, в том плане, что у него опущены руки. И как бы тут многие говорят, что в боксе с такими опущенными руками делать нечего. Ну, тяжело будет однозначно. Но я думаю, он руки поднимет в боксе. Когда будет выступать, по-любому руки поднимет. Так что бои это немножко другое, а там он, конечно, поднимет. Вы можете понять Федора в том плане, что он не может помочь ничем брату Александру? Вот его... Скорее всего. Вот эту вот фигню, блин, меня, честно, она немножко подбешивает. Потому что между братьев начинают друг друга пычкать. Они родные братья, они должны быть всегда вместе, дружные, блин. Не надо их вот это вот стравливать между собой. Ну, стараются, если я усмотрю, блин, не надо. Я надеюсь, что они друг другом будут дружить, и они будут вместе. И Саша сделает правильные выводы и ставит на правильный путь, и ставит, ну, перестанет, вот это, ну, это ему не надо, это его портит, он хороший парень, но вот это его портит, ему это не нужно. Вот я сегодня вместе с вами нахожусь, вокруг здоровые мужики, за 100 килограмм весят. Кажется ли вам, что слишком мягкие современные мужики? Что мужик должен быть мужиком, это однозначно, это я вообще спорить даже не буду, обязательно должен. Во-первых, должен постоять за себя, за свою маму, за свою родину, в конце концов. Вы же все прекрасно понимаете. Мужик должен быть мужиком. Однозначно должен быть. Что-то должен уметь. Должен физически развитый быть. Нормальный человек, чтобы был. А сильным всегда добрее, лучше быть. Ну, легче, наверное. Не лучше, легче. Ну, а что нужно для того, чтобы вот это все было? То, что вы перечислили. Просто молодежь уже не в ту сторону смотрит. Это воспитание правильно. Это правильные примеры. Правильные кумеры. Или как сейчас их называют, я даже не знаю. Вот это должно быть правильно. Понимаешь? Вот для нас, я усмотрел на наших тренеров. Валерий Иванович был, Александр Иванович Рогозин, Николай Дмитриевич Хромов, блин, это. Такие люди великие.
И они рассказывали там, столько рассказывал, про кого только не было. Значит, про таких рассказывал, слушал, и на самом случае из жизни заслушиваешься. Вот это сокер. Я считаю, что примера должны быть вот среди нас. Да? Не где-то там, там Майк Тайсон какой-то, хотя было время, когда и на него смотрели, там ничего себе, звезда какая-то. У нас есть свои люди, у нас есть сильные люди свои. Вот на них надо, наверное, равняться. Нам надо что-то брать хорошее. Потому что многие ребята, нормальные ребята, что мне нравится, вот, они уважительные, простые ребята. Знаешь, даже если мы берем Сашу меня, он хороший парень. Ну, вот его портит одно дело. Вот ее надо исключить. Он классный парень. Я с ним общался, я знаю, он хороший парень. А когда вы последний раз общались? Уже давно, правда, но общался. Ну и последнее, Александр, я сегодня заметил, как вы с Дмитрием Носовым провели корпусную схватку, так скажем. Да нет, с Димой мы давно дружим. Да. Наш сильнейший дзюдоист. Тоже. Вот так, он борется все время. Любит бороться. Я говорю, ну только в борьбе кидают друзей. Запомните это раз навсегда. Ну, ваши мышцы помнят все-таки там какие-то приемы, я заметил. Не обязательно. Надо заниматься, надо себя в форме держать, это обязательно. И я по возможности, я люблю бороться, но больше люблю в партере, потому что в стойке со мной никто бороться не будет. Да и я ни с кем не буду. Я буду бить, правильно? Вот в партере, да, здесь уже надо что-то делать.